зеленый привет, поклон и совет. Пусть как бокалы эти вместе не разлучны никогда. Жених с невестой будут долгие года. Дорогие Леночка и Давид, вы устали с дороги, испытывайте страстную жажду. Испейте этого чудесного напитка и разбейте бокалы на счастье. Ну как это посмотрим? Цель дальнейшая ясна. Дорог на свете очень много, но среди них важна одна. Дорогие молодожены, вы сейчас пройдете по этому коридору, символизирующему вашу долгую и совместную счастливую жизнь. И пусть ваша жизнь будет также украшена прекрасными цветами и будет полна радостными и счастливыми лицами ваших близких, друзей и родных. Вас встречают ваши родители. Подойдите к ним, поклонитесь им за их ласку, заботу и терпение. А мы все поздравляем! 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 Поздравляем вас с вашим бракосочетанием. Желаем вам всего самого хорошего, любви, счастья, много энергии. Детей и прочего всего. Добро пожаловать в наш клуб. Буду аплодисменты за папины желания! Мама тоже говорит? Мама? Баксоник целует. Шпиль? Целует. Так, еще мама пошла. Хочет с удовольствием поцеловать. Так, папа подходит тоже. Аплодисменты! Теперь вам предстоит пройти небольшое испытание. Молодые люди, прошу сюда выйти, чтобы все видели. Так, раскрываем наше сердце. Сверху, да, сверху. Все вместе. Давай! 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 Можно разломить этот хлеб. Кто больше кусок отломит, тому и быть в доме хозяином. Так, я держу ваш букетик. А где я подновлю? Победила любовь, ибо только любовь может быть в доме хозяином. Теперь возьмите по щепотке соли. Теперь возьмите по щепотке соли и посолите хлеб друг другу. Таня солит Сережу, Сережа Тане. Побольше, 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 побольше. Еще, как следует. Еще, больше, 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 больше. Так, посолили? Посолила. Так пусть же это будет последний раз в жизни, когда вы друг другу насолили. Аплодисменты. А теперь кормите друг друга. Вот теперь все по закону. Брак скреплен хрустальным звоном, хлеб да соль поглощены, и мы все услощены. Уважаемые молодые, прошу следовать в зал и приглашаем всех гостей на празднование вашего самого значительного в вашей жизни праздника. Давай! Давай! Оставит. Любовь, семья, что может быть ценнее? Сосуд хрустальный, полный роз, подарок неба, основа счастья. Для многих ищи источник грез. Возьмите бережно дар в руки, как вода легкой свечи. Не расплескайте и пронесите сквозь все преграды и мечи. Под звон хрустального бокала и пусть любовь горит в сердцах. Пить до дна. Либо если верить,
можно делать соревнования на самую веселую, самую счастливую свадьбу на свете. Итак, это означает, кто будет принимать самое активное участие в этом замечательном торжестве наших дорогих Леночки и Давида, получит, конечно же, самый ценный, самый замечательный приз. Вы посмотрите, у меня огромный здесь, я даже не могу поднять, коробочек с прекрасными подарками. И я хочу от всей души, от лица молодоженов дяди Давида за активное участие в выкупе невесты. Попрошу бурные аплодисменты в России. Еще громче, дорогие гости, активнее, активнее. Правильно, кто сказал? Вы получаете приз, уважаемые. Итак, все вместе. Горка! 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 Конечно же, для наших дорогих Леночки и Давида мы с удовольствием исполняем следующий популярный музыкальный нашим дорогим молодоженам.